только что написал. Не знаю, может, море меня спровоцировало. Давно не пишу стихов. Летом практически ничего. Это вас не касается. Почему? Кризис. Как писал Вознесенский, я в кризисе, душа нема, ни друг, ни дня без строчки, друг мой строчит, а у меня ни дней, ни строчек. Вот, называется Рубиконы. Словно древние иконы в нашей жизни, Рубиконы, и молитвы от икон исполняет Рубикон. Он границы, вехи знает, он этапы разделяет, отделяет те грехи, что подобие шелухи. От и в том он не зазорен, истины и славы зерен. Рубикон, тем он, тем только ценный, что в него воткнулся Цезарь. Мимо Цезарь не прошел, взял, решился, перешел. И с молитвой, как иконе, мы опять на Рубиконе, ставя жизнь свою на кон.